ситуация help, уважаемый смотритель. Вась, Васечу очень плохо, ему очень срочно нужны таблетки или какие-нибудь сладости, как, чем его можно подлечить. А теперь вот делаем так. Самое лучшее лекарство от всех болезней, и это дело, и творчество. А вот. Помните про квест? Я что-то вспомнила о том, что голосовали наши пупсы на сайте про квест. На квест поехать. Я рассказываю вам урок сейчас. Давай. Первая задача. Какую прическу сделать Вась Васичу? Вариант хипстерскую молодежную 55%. И второе, налысо 38%. О. Я думаю, что может под горошек тоже. Под горошек? Не, а как это? Это вот так кругляшками на голове. А можно не то, что он не хочет, ему просто не пойдет даже. А ты можешь топлес раздеться? Топлес? Нет. А зачем мне раздеваться топлес? Так будешь ходить, как модель, раздавать. Зимой на улице. Но у меня как бы не настолько большая грудь, чтобы она вот так ходила, Максим, туда-сюда. Да. Жаль. Кто-то из смотрителей оставил посылку для героев, но чтобы ее получить, необходимо пройти квест. До конца быстрого голосования Кто-то очень крутой оставил нам посылку, чтобы мы поехали ее забрали, но прежде прошли квест. Что-то это же круто, еще там люди что-то голосуют. Может быть. Так, ну вопрос в другом. Как нам в этом во всем найти вот эту вот посылку? Блин, вот это так жесть. Так она же может быть около любого кто-то дома. Кто-то очень круто. Спасибо огромное за это дело. Это будет очень интересно. Я уже чувствую, прям я в предвкушении. Будет круто. Только с чего начать? С чего зацепиться?